Мы сегодня достаточно неплохо играли, особенно в фазе атаки. Мы создали для одной игры огромное количество моментов и забили два мяча, но, к сожалению, сегодня этого было недостаточно для победы. Слишком легко мы допускали сопернику мячу наши ворота. В плане самоотдачи, в плане борьбы, естественно, по этой игре к футболистам не может быть претензий, но основной момент у нас сегодня подвела реализация тех моментов, которые мы создали в атаке.